Всем привет! У нас сегодня очередное занятие программирования, и уже начинаются вот такие скрипы. Я вас отлично понимаю. Чем это все обусловлено? То, что вам сложно, или то, что у вас там какие-то свои причины, это, с одной стороны, ваше сознание, подсознание и все остальные части вашего мозга ищут причины это не делать. Все те люди, которые не ходят на занятия, они эту причину нашли, они это оправдали, они сделали для себя выбор в сторону простоты, да, в сторону того, чтобы, ну, не напрягать себя. Поверьте, вот те там, несколько десятков человек, которые постепенно от нас отваливались, основные причины — это для, наверное, для слишком умных. Вот они все такие талантливые, я не могу, поэтому я не буду это делать. Все это от того, с одной стороны, от того, что либо недостаточно прижало, потому что когда вас, ну, действительно прижмет либо учиться, либо получать новую специальность, когда нужно будет как-то решать свои финансовые дела, вы будете делать это очень энергично. Когда вы поймете, что у вас осталось там пару сотен долларов или там пару тысяч, и вам нужно найти новую работу, потому что остальные все способы заработка, они просто вас держат на нуле, то есть вот столько заработал, столько и потратил, то вы тогда будете это делать энергичнее. Пока у вас есть план Б, то вы будете выбирать самый простой вариант. Никакие оправдания типа они там учились где-то, у них образование было высшее, какое-то техническое и так дальше. Так что я в это все не верю, потому что я сам прошел этот путь и обучения, и интервью, и переходов с разных работ на другие. Я вам точно говорю, у меня не было технического образования, у меня не было с 5 лет занятий математикой. Математика — это моя не сильная сторона. Начинал я достаточно поздно для, там, можно было сказать, ну, типа того, что тебе уже там 25 лет или сколько там было на тот момент, когда я там переходил с одной работы на другую, типа, что ты там делаешь, кому это надо, вот там есть другие какие-то занятия более прибыльные. В общем, куча всяких отговорок. Особенно, когда вы начинаете прислушиваться к чужому мнению. Ваше окружение, какое бы оно дружелюбное ни было, есть огромное количество ваших друзей, которые будут радоваться тому, что у вас ничего не получится. И они скажут, ну, я же тебе говорил, что ты лезешь туда. Это все просто какой-то, не знаю, развод, это просто реклама какая-то. Вы можете относиться к этому как угодно, и процент людей, да, вот часть людей принимает на себя то, что у них ничего не получится, которые принимают на свой счет то, что это нереально и так дальше, остаются активными, ну или там пассивными комментаторов моих видео, которые смотрят, которые сопереживают, но сами ничего не делают. Так что вы сами принимаете решение о том, кем вам становиться, именно какую специальность получать, да, то есть оставайтесь собой, но получайте новую специальность, получайте новые возможности. Я сегодня, ну, такая небольшая лирическая минутка, я сегодня еду в машине, думаю, ну, вот говорят, Америка — страна возможностей, но это неправда, все страны и все ситуации дают свой спектр возможностей. Это не значит, что в России или в Украине или где-то еще невозможно заработать. Там есть куча вариантов, там есть множество вариантов, там и рынок другой, там и ситуация другая, но все равно дает много возможностей. И каждый год появляются новые компании или новые предприниматели, которые добиваются больших результатов, и у них нет каких-то предпосылок в виде больших инвестиций, у них не было большого стартового капитала, у них не было профильного образования и так дальше. Учатся и строят
строят мосты, учатся и продают мосты и так дальше. То есть все возможно сделать, главное вам шевелиться. Поднимите задницу и начинайте шевелиться, потому что все вот эти поводы тормознуть и сказать... Ну, вы там, короче, занимаетесь, голова кипит, времени нет, абсолютно неизвестно, что там будет, а какая там статистика, и, допустим, я вам скажу, ну, статистика условно 0.5% из 100 доходит, ну, допустим, вот так, с потолка возьмем, мы не считали. А, ну, понятно тогда, я туда не попадаю. А может быть, вы и попадете. Поэтому ваше место жительства не имеет значения, где вы живете, не имеет значения... Ваше образование, не имеет значения ваш пол, возраст и так дальше. А, еще такой момент. Вчера я говорил с одной девушкой. Она у нас на курсе учится. И она, ну, у нас была другая точка соприкосновения, но она мне говорит такую фразу. Говорит, я начала учиться по вашим бесплатным курсам. Нашла работу. И даже получила больше денег, чем просила. Вот. Хотя ей уже за 50. То есть она говорит, я вообще просто удивлена. Это все очень увлекательно, но давайте теперь походим. Какие у вас вопросы с прошлого занятия? Именно теперь все, лирику, ваша психологическая подготовка — это ваше занятие. Не хотите ничего делать, оставайтесь там, где вы есть. Никого тянуть не буду, помочь советом, чем там подбодрить, сказать, показать короткий путь, да. Но за вас ничего делать не буду. И вообще это... Неправильно заниматься помощью, в том числе, ну, не то чтобы помощью, а выполнением за кого-то заданий. Поехали. Короче, вопросы про... Вот, кстати, вопросы... Да, поехали. Саша, можно у меня вопрос? У меня у самой, и я вижу, что по комментариям есть вопросы по поводу использования end знака. Вы не могли бы немного поподробнее объяснить вообще его функцию и как оно работает? Как раз вот тема затрагивает and и или, и мы сейчас его проработаем. Смотрите, я буду использовать console.log. Что такое или? Или, да, вот этот оператор или. Я говорю, что 2, точнее не так, давайте начнем чуть-чуть с примера попроще. Я говорю, если 1 больше 0 или 2 меньше 1, да, или 2 меньше 1, то тогда console.log hello, так? Вот. Это или. Или работает так, что одна из его частей должна быть true. Да? Смотрите, то есть 1 больше 0 — это true, правильно? 1 больше 0 — это true. Это истина. 2 меньше 1 — это не истина. Правильно? Угу. Хорошо. И я запущу этот код. Я увижу hello. Потому что или оно работает точно так же. Вам говорят, придешь в магазин, возьми или молоко, или кефир. Да? То есть вы приходите, смотрите, молоко есть. Все, взяли молоко. Смотрите, молока нет. Ага, ну туда или кефир. Тут такая логика. То есть первое, что у нас есть. И если в этом сравнении одна из частей переводится, да, вот трансформируется в true, то дальше уже не идет сравнение. То есть вот если это true, то все, как бы дальше нечего проверять. Он дальше не проверяет. Если я говорю, что если 1 больше 10, вот тут, то ничего не будет, потому что ни одна из этих частей — это не true, да? False.
одна из этих частей это false. То есть обе части false. Что это false, что это false, да. То есть получается, я вот еще не совсем, я не пришла еще в функцию их, или как это называется. Но получается, если смысл этого всего выражения в двух строчках, если что-то из двух выражений ну, true, тогда вы выполните команду console.log. Да, да, да. А если ни одна из них, то ничего не будет. Да. Вы получаете инструкцию. Придешь в магазин, купи или молоко, точнее, купи молоко или кефир. Купи молоко или кефир. Вы приходите, молоко есть, все, берете молоко. Приходите в магазин, ну, второй случай. Приходите, молока нет, берете кефир, да, то есть вы купили. Третий случай. Приходите в магазин, молока нет, кефира нет. Ну, все, вы ничего не купили. А если второе выражение вместо меньшего больше? Ну вот так, допустим. Два меньше десяти. Два меньше десяти. Если будет два больше десяти, то все равно hello выйдет, да? Вот в этом случае? Да, да, если поменять меньше на больше. Вот. А почему оно должно вывести hello? Первое выражение false, правильно? Да. Второе выражение false. Ой. То есть если оно будет меньше, вот так, да? То оно выведет. Да, да, вот так, да. Вот так, да. Так работает или. То есть или работает в том случае, если он, точнее, вот эта вся конструкция или возвращает нам то, что трансформируется в true. Да? То есть то, что возвращается true. И у или есть еще один интересное поведение. Смотрите, console.log, я говорю, 2 больше нуля или 1 меньше 2. Да, то есть оба этих значения true. Да, и посмотрите, что я получаю. Я получаю true. Какое true из этого я получаю? Пока неизвестно. Да? То есть мы так еще можем догадываться. Давай я здесь поставлю, если 2 больше 10. То есть это очевидно будет false. Правильно? То есть это очевидно будет false. А я все равно получаю true. То есть это не возвращается. То есть возвращается мне это true. Теперь давайте я здесь напишу, допустим, A, какая-то строка. И здесь я напишу 0. Я пишу 0. Или даже пустая строка. Тут мы в этом случае, ну, я могу сравнивать их. Я говорю или A, или пустая строка. Возможно, кто-то из вас дошел до этого в учебнике нашем на local кодинге, либо самостоятельно экспериментировал. Мы можем подставлять сюда не только операторы сравнения больше-меньше, а можем подставлять сюда все, что угодно, и это будет, вот это все, что угодно, оно будет трансформировано в boolean. То есть, если я скажу, допустим, строка A или пустая строка A, то вот эта строка будет трансформирована в boolean, и мы получим, ну, то есть, как бы за ним будет стоять true. Потому что все то true, что не пустая строка. То есть если в строке есть хотя бы пробел, то она уже будет трансформирована в boolean как true. А пустая строка будет трансформирована как false. И в этом случае я получаю A, потому что это уже true. Да? И он возвращает нам первое. Тут нужно увидеть эту зависимость. То есть или работает вот так, как я сказал. Придешь в магазин, купи молоко или кефир. Молоко есть? Все, берем молоко. Дальше уже не идем. Он дальше уже не идет смотреть, что здесь есть. Он дальше не идет. Тут уже true. Да, смотри, если их поменять местами, ну, допустим, я поставлю здесь B, так что видели, то я получу B. Потому что здесь молока нет.
А кефир есть, поэтому он возвращает мне кефир. То есть если вы думаете, что будет возвращено в результате, да, или он вернет либо одну, либо другую часть. Это как весы, да, такие. То есть он все равно нам что-то возвращает. Он не только сравнивает, не только мы можем использовать это в if-else, а еще если нам нужно вот, ну, как-то сэкономить код, сделать хитрое присваивание. Ну, разные варианты есть. Угу. Вопросы есть по этому? Теперь А или Б выведет А или Б. А, если А или Б, давай, как бы, я еще раз повторю пример. Купи или молоко, или кефир. То есть здесь у меня есть и молоко, и кефир. Вот здесь у меня будет и молоко, и кефир. Я бы купил и то, и другое. Будет первое. Нет, он тут же говорится или. Или. Купи или молоко, или кефир. То вернется М. Да, вот сейчас. Вернется М, потому что оно есть уже. Если молока нет, да, то есть вот эта пустая строка, она трансформируется, приводится, то есть приведение типов, оно приводится к boolean, к false. И мы получаем здесь false, пусто, а получаем отсюда кей, потому что там что-то есть. Ага. Если первый вариант срабатывает как true, то он выводит только один вариант, он не будет выводить два варианта, да? Да, 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 или, то есть он выведет один и второй. Ну, и оператор и, он тоже не выведет вам два варианта, он выведет вам один из них. Еще вопрос, я попробовал сделать то же самое, только поставил в одно значение string, а в другое значение number. Пожалуйста. Он мне выдал number, почему? Смотри, вот сюда пишем m, а сюда число. Так. Мы получим m. m. Потому что единица трансформируется тоже в true. m — это true, единица — true. Вы думаете, откуда я это знаю? Откуда это знаю? Вы можете воспользоваться boolean, вот эта функция, и написать сюда что-то. A. Что это такое A? A — это true. Пустая строка — это что? Это false. Единица — это true. Минус один — это тоже true. А ноль — это false. Ноль — это false. Все, вот так. Вот так оно работает. Хорошо, а я поставил вперед number. Первый поставил цифру, а потом string. Да. И он мне выдал, и он выдает number. Ну да, естественно. Вот. Ну потому что это true, он его сразу и выдает. То есть по принципу слева направо, получается, он считает, если по взять чисто, да, логически. Да, да. Да, да, все верно. Слева направо. То есть он. То есть пустота ничего — это false. А если хоть что-то есть, это true. Смотри, вот пустота это. True. Вот. Смотри, вот это пустая строка. Видишь, это пустая строка. Я здесь все равно получу единицу, потому что это уже. Это уже что-то. Если здесь будет 0, да, вот здесь есть будет 0. Давайте разберем, когда с двух сторон мы получаем, когда с двух сторон false. Да, то есть когда с двух сторон false. Он все равно должен что-то вернуть. Или в любом случае что-то вернет. Это true или false? False, да, то есть false. Это false. Идем дальше. Значит, идем дальше. Значит, идем дальше. Это true или false? False. Но больше уже сравнивать нечего, поэтому мы возвращаем сюда пустую строку. Пробел. Пробел — это уже не пустая строка, и мы все равно получим тут пробел. Но мы его тут получаем, еще и по остаточному принципу. То есть если, даже можно так сказать, вы уже замечаете, да, правило уже можно вывести, что если первое, если слева у нас будет true, приведенное к true, то мы получаем его. Если слева false, то мы получаем все то, что справа, вне зависимости от того, что там есть, там будет true или false. Да? То есть если здесь будет
например, написано просто, логическое. Если два false, то мы всегда получаем второе. Да, да. Но видишь, вот так, смотри, тут два эти значения трансформируются в false. И ноль, и false — это одно и то же для boolean. Но мы получаем именно false, потому что оно второе. Мы здесь прошли и думаем, нет, ну, как бы молока нет, давайте искать кефир. Кефира нет, все, как бы, и говорим, ну и кефира нет тоже. Хорошо? Ясно? Вроде да. Угу. Ясно. Да, прекрасно. Посмотрите мое решение. В чате, да? Пришли в чат, пожалуйста. Можно я демонстрацию экрана сделаю? Я не знаю, как это. Да. Если две пустые строки, ну, значит, выведется вторая пустая строка. Да, делай демонстрацию экрана. Давайте я позже скину. Ну, давай позже. Это или. С или, вы думаете, их только один можно ставить? Да нет, их можно ставить несколько. Смотрите. Тут все веселее и веселее начинается. Как это работает? Он все равно сравнивает по парам и идет так. Есть ли там приоритет выполнения? Сейчас мы это выясним. Сейчас мы выясним, есть ли приоритет выполнения в или и и. Ну, пока что рассмотрим такую последовательность. Есть ноль или false. Да, вот как бы давайте так сравним эти две пары. Ноль или false. Ноль или false. Что из этого останется? False. False останется, да. False или A? A. Ну вот, значит, мы получим здесь A. Хорошо. Если бы здесь была бы единица, вот тут единица, то что бы мы бы получили? Единицу. Да, все правильно. То есть вот так идет. Ноль, один, победил один, да, то, что справа. И один A, тут уже победил все равно один, потому что он слева. Да, ну, только он уже true. Петр, а можно спросить вас, может быть, привести примеры, когда оно вот в реальном коде встречается, и для чего вот эта функция работает? Тяжело сказать. Можно задать одну вопрос? Вот я делала домашнее задание, которое давали, и там я использовала или. И вот я почему-то я была уверена, что я использую типа диапазон. Оно-то дало правильный ответ. Ага. И теперь уже после этого объяснения я немножко как бы это растерялась. Ага. Теперь не могу понять, почему оно дало правильный ответ. Пересмотри свои домашки. И ну, как бы уже с этим пониманием. Переобъясни себе. А? На прошлом занятии, которое вот вы давали, угу, что надо диапазон было убрать. Вот я убрала с помощью или, как бы выделила этот диапазон, да. Оно убрало диапазон. Все нормально? Ну, тоже варианты, может быть. Ты, может быть, сказала, если ты использовала там знаки больше-меньше, то да, ты использовал диапазон. Да, я использовала знаки больше-меньше. Да. Ну, все со временем, все со временем. Давай, так, что ты хотел сказать? Давайте теперь посмотрим, как работают и. Я что-то хотел сказать, но забыл, неважно. А, смотри, вот если здесь будет пятерка, да, вот если здесь будет пятерка, то что из этого мы получим? Пять. Пять, да. А, вопрос был про пример из реальной жизни. Во, все вспомнил. Пример из реальной жизни, вот я вам сказал про молоко и кефир. Просто вместо молока и кефира, может быть, там приходят какие-то данные, да, к нам приходят данные, и мы должны определиться, куда мы идем, или в один, или во второй. Просто представим себе ситуацию. У нас есть два мотора, да, вот как бы два источника каких-то, два вычислителя. И мы делаем запросы в них. Типа, и я работаю по такому принципу, что если первый работает, как бы я даю первому. Если первый не работает, я даю второму. Да, вот так, как бы или. Вычисление произойдет или первый, или второй. Вот вам пример. Я уже смотрю, кто из них работает, и на того и передаю. Если первый работает, отдаю ему. Первый не работает, отдаю второму. А вот там работает или. А вместо циферок могут быть же любые переменные, да? Да, конечно. Вот если будет перемен, то, наверное, больше смысла в этом, ну, вот в практическом примере.
Ну, смотри, смотри, делаю две перемены. Const. У меня будет два калькулятора. Калькулятор 1, его статус true. Допустим, calc 1 true, ну, это его статус рабочий, да? И const calc 2, допустим, false. Так, false. И мне нужно понять, смогу я ли вычислить, смогу ли я произвести эти вычисления. Ну, так я здесь и пишу. Калькулятор 1 или калькулятор 2. То есть он мне скажет, смогу ли я вычислить это. Он говорит, да, смогу. Если будут оба выключены или оба недоступны, он скажет, как бы, нет, нет, не смогу вычислить. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Тут головоломки не заканчиваются. Ну, это не головоломки, это все станет на свои места. Теперь и. Как работает и? В конструкции if. Я говорю, что если 2 больше 0, и... Ну, здесь может быть не только 2 больше 0, я сейчас пока покажу с обычными, с простыми значениями. И 0 равен нулю, да, что в принципе правда, то тогда сделай что-то, да, вообще console.log hello. А он мне говорит hello. А если я говорю здесь какое-то условие или ноль больше нуля, да, то тогда, смотрите, я ничего не получаю, потому что в ситуации с и нам нужно, чтобы оба условия были true. И только тогда if заработает. Что тогда, когда оба условия true, потому что здесь же тоже своего рода конкурс происходит. 2 больше 1 — это true. И он справа спрашивает, а здесь true? Нет. Ну, как бы, если в друзьях согласия нет, то все. А можно вопрос? Давай. А если после этой вот комбинации поставить или и следующую комбинацию тоже из двух сделать? Да. То есть можно и так, да, чтобы конечно. Здесь не выполнялись или там. Конечно. Смотри, я могу сделать даже вот так. Или true. Да? Ну или, допустим, здесь написать A. Так, как угодно. То как это будет происходить? Я сравню вот в этой части. Но тут нужно понять еще про приоритет. У какого из оператора приоритет выше? А поверьте, там приоритет есть. Приоритет есть. Но мы этот приоритет вычислим сами. Мы сами его вычислим. Я вам покажу, как. Давайте исходить из гипотезы. Из гипотезы. То есть мы знаем, что у нас операторы или и и, они работают с двумя частями. То есть они не работают сразу со всей последовательностью, они работают только с двумя частями, слева и справа. И тут нужно понять, что из этого будет вычисляться первым. Да? Что из этого будет вычисляться первым. Здесь это true, здесь false. То есть в результате этого всего мы получим false. Да? То есть то, что осталось в конце. Он все равно до него дошел, и мы здесь получили false. После этого сравниваем false или A. Что получаем? A. Да, A трансформируется в boolean, в true, и поэтому эта конструкция будет выполнена. Да. Теперь давайте для простоты я здесь буду писать единички и нолики. Смотри. Единичка, нолик и, допустим, двойка, чтобы мы точно понимали, что куда идет. Единичка — это у нас по-прежнему true, нолик — это false, да, то есть из этой пары осталось что? Остался ноль. То есть это true, идем дальше, это false, все, как бы здесь false. Следующее сравнение. Мы сейчас делаем предположение, что оператор и
в приоритете ниже, чем или. Да? То есть я сейчас их поменяю местами, и мы посмотрим, получается ли так. И заодно это выведем в консоль лог. Смотрите. Потому что вот такие комбинации, они все равно встречаются. Так, что-то пишет. Еще раз. Здесь, в этой паре, победил 0, он в конце, да, потому что он остается. Здесь или с одной стороны есть true, поэтому пошла сюда двойка. Двойка это true, так что мы это вывели. Теперь давайте вместо этого if я напишу тут console log. Я напишу здесь console log. И тут будет написано 1 и 0 или 2. То есть мне нужно будет понять, вывести правила. Да? То есть мне нужно теперь на основании вот этих вот сравнений понять приоритет выполнения. Что выше в приоритете, что будет выполняться первым. Помните, как операторы умножить и плюс? У оператора умножить приоритет выше, то есть он выполняется первее. Давайте теперь запустим. Да, то есть, видите, мы получили двойку. То есть делаем предположение, что этот пока что все выглядит так, что я просто напишу это вот так, что оператор и ниже в приоритете, чем оператор или. Пока что это гипотеза, да? Давайте поменяем местами. И здесь я напишу или, а тут напишу и. Если идти слева направо. Либо другая гипотеза, что мы всегда идем слева направо и сравниваем таким способом. Может быть. Но мы сейчас выясним это. Нам важно с помощью экспериментов докопаться до того, как же оно происходит. Сравниваем. 1 или 0? 1 или 0? Что мы получаем? 1. 1 или 2? 1 и, точнее, 1 и 2. Что мы получаем? 2. То есть должны получить двойку, да, вроде бы? Смотри, должны были получить вроде бы двойку. Но получили 1. Давай теперь разбираться, почему так произошло. Давай еще раз. Если бы все читалось бы слева направо, и у этих операторов был бы один и тот же приоритет, они бы просто бы шли один за другим. Делаем это сравнение. 1 или 0. Давай так. 1 или 0. 1 или 0. Мы получаем 1. 1 или 2. 1 и 2. Мы получаем тут двойку. Да? Вот если даже сюда поставить просто единичку и спросить, что будет. Он говорит двойку. Но если вернуть вот эту конструкцию, тогда почему так происходит? Почему мы получаем 1? Наверное, или считает как однерку, либо 0 и 2 сравнения. Не, он там сильнее. С одной стороны 1, с другой стороны 0 и 2. Нет, он сравнивает 0, 0 это false. 2 это true, 0 и 2 это false, и там... Это false в итоге. 1 это true или false, получается true, потому что true всегда... Там просто где и, там должно быть в двух случаях true, а true нету, поэтому или они получаются. Нет, там как раз два true в конце, где и. Но нету два true, там 0 это false. Там не 0, она же идет из слева направо. Нет, смотри, сперва идет сравнение и. Короче, здесь идет две стороны. Или, с одной стороны 1, а с другой стороны 0 и 2. Он 0 и 2, как бы получается false, а остается однерка или, и все. Да. Давайте так и докопаемся, в чем дело. Мы сейчас видим поведение, и оно не изменяется от того, сколько раз я его запущу. Оно будет точно таким же. Нужно теперь понять, что какой приоритет и что выполняется первым, а что вторым.
Давайте сделаем так. То есть задача выяснить приоритет. Задача понять. Давайте единицу вот с правой стороны поставим. Да, вот перенесем. Вот сюда? Да, вот здесь там для или. А сюда написано. Не-не-не, вот двойку оставим. Это же да, как. Можно... Это двойка здесь получится. Не-не, мне важно... Подожди. Я хочу сказать, исключить то, что слева направо читается. Вот если нет. Или как бы поставить после двойки и однерку перенести в правую сторону. Но он здесь все равно видит, что двойку, что единицу, потому что там двойка стоит. Да, давайте... В первую очередь читает и. В этом случае. Ну, приоритет и, чем или. Да. Потому что... Он как бы или делит на две части. С одной стороны это получается 1, с другой стороны 0 и 2. А 0 и 2 там false получается. И поэтому он дает предпочтение однёрке. Да. Мы сейчас с вами должны выяснить правила, а потом сделаем еще пример такой. Давай несколько раз. Я предложу вариант скобки использовать. Скобки точно приведет никуда сравнивать. Не-не, скобки безусловно, но нужно это сделать без скобок. Если бы здесь на этом месте был бы плюс и умножить, то мы бы догадались бы, да, что делается первым, а что делается вторым. Тут у нас есть результат. Смотрите, у нас есть результат. Это 1. И мы делаем два предположения. Смотрите, первое предположение, что мы идем, что приоритет у или выше. А второе предположение, что приоритет у и выше. Давайте идти по первому, что или выше. Допустим, значит, мы делаем сначала эту операцию. Первая гипотеза, которая неправильна. Первая гипотеза о том, что здесь в случае с или выходит единица. Да? То есть вот здесь становится единица. Вот. В результате сравнения, потом, если бы оно было бы так, то тут победила бы двойка, потому что она... последняя, и мы в любом случае бы тут до нее бы дошли, да, вот так. Но мы до нее не доходим, и мы получаем единицу. То есть гипотеза о том, что вот так работает, неправильно. Вторая гипотеза, что приоритет у оператора и выше. Давайте проверим ее. Угу. В этом случае... Если мы делаем это сравнение, 0 и 2, что здесь выходит из него? Что? False. А? False выходит. Нет, не false. 0. Да, потому что он уже false. Дальше уже сравнение не идет. То есть вместо этого мы получаем 0. И тут... Вот если так идем, то 1 или 0, 1 уже трансформируется в true, поэтому дальше мы тоже не идем. И в этом случае мы получаем 1. Все. Тогда мы говорим, что приоритет у и выше, так, я тут напишу, выше, чем это. Делаем второе сравнение. Помните, ну как бы я меняю здесь операторы, вот так. На или. Делаем отсюда. В этом случае мы идем по порядку. Да? То есть, если мы идем отсюда, то эта часть, что нам возвращает? 1 или 0? 1. Слева направо. 1 или 0? Равно будет false, потому что 1. Не-не, подождите. Потому что 0 будет. 1 или 0? 0. 1. Надо делать ставки. Давайте, интеллектуальное казино принимает ставки. 1 будет. 0. Смотрите, это оператор... Вот. Это оператор И. Первая часть сработала. Значит, идем ко второй части. В случае с оператором и первая часть сработала, идем ко второй. Вам дома еще будет чем позаниматься, поверьте, вы должны это для себя очень хорошо выяснить, и даже если вдруг забудете, чтобы смогли вот на таких простых примерчиках выяснить, что как оно будет. Операторы и или, да, ребят, оператором и или
не один десяток лет. Их использовали давным-давно. Их использовали еще очень давно. Без компьютеров использовали. Да, даже еще без компьютеров их использовали, точно. А, то есть это логика. Ребят, кстати. Это я поняла. Это получается... Сейчас, можно я объясню, как я поняла? Давай. То есть оба условия должны выполняться обязательно. То есть и первое, и второе должны быть true, чтобы все вместе было true, правильно? А если хоть одно из них будет false, то все вместе будет false. Я тоже так понял, если честно. Это у тебя немножко запоздалый вывод, потому что мы это обсуждали в if. Да, там да, в случае с if да, но тут мы выясняем, что останется в конце. Больше что останется. Да. Ноль. Да. Но давайте теперь рассуждать. Первая гипотеза о том, что оператор и выше, чем вот это, да, то есть то, что мы вывели из предыдущего. Mm-hmm. Мы разберем их обе, чтобы точно доказать это. Значит, если это и, да, то есть первая единица true, второй ноль, false, остается ноль, потому что дальше все уже, как бы, остается ноль. В любом случае, то есть и, он вам, если первая true, то он вернет вам последнее. Дальше идет вот это сравнение. 0 или 2. 0 false, но или продолжает все равно идти дальше, даже если первое false. Он доходит до двойки и возвращает двойку. Делаем такое. То есть первая гипотеза о том, что оператор и выше, подтвердилась. Но мы сделаем и второй вариант. Просто для того, чтобы убедиться. 0 или 2. Давайте проведем это сравнение. 0 или 2? 2, потому что 2 true. 2. 2 true. 0, 2, 2. Да, 2 true. Остается двойка, да, вот так вот. И 1, и 2. Что тогда мы должны получить? 1 или 2, двойку. Двойку. Да. Ну, подожди, 1 или 2, да. Извините, а можно поменять местами двойку и однерку? Тогда что получится? Если, как вы говорите, или идет до конца, тогда двойка должна остаться. Просто поменяйте это... местами, пожалуйста. Да, вот здесь единицу вместо двойки написали, а вместо единицы двойка. Так, да? Ну, не важно, там ноль стоит, мне кажется, не, просто мне не вот важно. Здесь, да, и нажмите, пожалуйста, рано, я просто... Единица. Ну, будет единица. Давай для того, чтобы мы как-то исправили, вот здесь будет двойка, а здесь будет ноль. Угу. Давайте так сделаем. И идем... Вот идем с конца, да, то есть смотрим, что результат, вот если так оно будет работать, мы получим двойку. Теперь идем с конца, потому что в предыдущем случае мы в любом случае получали двойку, что так. Так тоже бывает. А двойка или ноль, мы получаем здесь ноль, да, ноль и один, мы получаем здесь ноль, да. То есть мы получили бы ноль, если бы у оператора или был приоритет выше, мы должны были бы получить ноль. Давайте еще раз. Двойка или ноль мы получаем здесь. Двойку. Ноль. Мы получаем здесь ноль. Отлично. И оно бы свелось бы к такому. 1 и 0 мы бы получили бы что? Тут два варианта всего. Подождите. Двойка или 0, если это или, то мы должны двойку получить. Это же или, это не и. Это да. Или, значит мы двойку должны получить. Ну что, кто первое, да, не согласен. Подожди. Надо просто дополнить. Да, ребят. Тысячекратно извиняюсь. Да, тысячекратно извиняюсь. Да, все правильно. Молодцы, у вас это... Проверка. Внимательность, да. Но я, честно, мне несложно признаться, что... Он проверяет. Нет, я действительно ошибся. Ну, можно было бы, конечно, выкрутиться, но...
Да, можно было отмазаться, но я не стану. Да. Да, все правильно. С или мы здесь получаем двойку. И так дальше. Ладно. У меня было еще одно предложение. Надо про скобки тоже рассказать, это, да? Ну, скобки, да. Скобки. Пожалуйста, можно еще попробовать? А если сейчас после или поставить еще одно, два значения? Конечно. И. Да, без проблем. Вот да, без проблем. Давайте это получим. Вот так вот интересно. И так тоже можно. Да. И будут сравниваться вычисления правой и левой части, потом уже единицы, да? Да, да, да. То есть... А правая и левая в каком порядке? А без разницы. В каком порядке идти? Тут уже без разницы. Получается, в итоге приоритеты или, да? Ну, скорее всего, слева направо тогда, если у них равнозначно. Давай. Если мы сейчас и 1, и 2 в скобку возьмем, 0 и 4 в скобку возьмем, то такое получается, там возьмем, например, будет true, и там false, и мы получим, да, какой-то результат. Вот так ты имеешь в виду, да? Ты наверное, говорил про... 1, 2 вместе в скобке. Они 1, и так, они и так, у них и так приоритет выше. Да. Вот видишь, вот тут мы вывели это правило, что и выше, чем или. Не-не, это 0 и 4 вместе с скобкой, где и 1 и 2, где и тоже. И получается между ними. То же самое будет. Смотри. Так умножить и плюс. Смотри, видишь, я получаю двойку. Но если ты говоришь, возьми вот их в скобки, да. Это будет то же самое. Будет то же самое двойка. А, да. А, потому что у и так приоритет выше, чем у или. Но кто хотел бы посмотреть на... то, что будет выполняться, сначала выполнится эта часть, потом выполнится эта часть, и потом результаты их сравнятся между собой. Mm-hmm. Да. Я вообще предлагал сначала поставить скобки, а потом их убрать. Если результат не поменяется, значит, это правильно сделано. Хорошо, хорошо. Смотри, двойка, да, выводится двойка, а сейчас будет выводиться четверка. То есть результат меняется. То есть скобки меняют приоритет. Но нужно это сначала проработать. Давайте проработаем теперь. 1 и 2. 2. 2. Дальше. 0 и 4. 0. 0. 0. 0. Потому что он дальше не идет. 0. Да, 0. 0. 0. 0. Да, ребят, 0. Значит, тут мы сравниваем 2 или 0. Да. 2. 2, да, все правильно, 2, 2. Если мы ставим вот здесь скобки, вы заметили, что мы сейчас прорабатываем такой навык научиться понимать, что будет. То есть мы читаем код и учимся понимать, что будет. Не просто написал что-нибудь и жмяк, а давай, пускай оно там само как-нибудь, вот то, что выдаст, то и будет. Да, анализ, мы анализируем код. Чукча — читатель, а не писатель. Дальше. Первое. 0. Смотрите, теперь здесь смотрим. 2 или 0? 2. 2. Давайте. Я вместо него так и напишу. О. Теперь, как бы скобки убрали, вычислили. Дальше. Идем слева направо. 1 и 2. 2. 2. 2. Вот так. 2 и 4. 4. 4. Ну, давай я верну назад. Вот тут как раз и получали мы четверку. Ура! Да. Прояснилось. Да. Да. Это стоило того. Вы уже чувствуете, как отрабатываете стоимость своих билетов, правильно? Да. Все, значит... Только мне все равно непонятно, почему 0 и 4 будет 0. Вот. Ну, это фалс. Да. А мы же всегда запомнили. 0 и 4 здесь будет 0. 0 и 4 0, да. Дальше не пойдет фалс и все. Да. Там зависимость от этого. Если и, то... У и или и. Там еще зависит от очередности. Если четверка стояла слева, а ноль справа,
Тогда бы 4 было бы, наверное. Нет, был бы 0. Тоже 0 был бы? Да. Спрашивают... Зачем тогда вообще писать две цифры? Мы бы написали бы все, если он с «и» только первую берет. Я вот это не могу понять. Но зачем это «и»? Смотрите, почему я использую здесь несколько цифр? Потому что если бы я использовал здесь бы только единичку и нолик, мы бы не знали, какую из них. А так у меня 1, 2, 4. Мы точно понимаем порядок выполнения. Примеры, да, вот так, чтобы вам было легче. С молоком и кефиром. Раз сегодня такая у нас кулинарная тема. У вас задание. Купи молоко или кефир. Вы приходите в магазин, есть молоко. Все, вы берете молоко, дальше уже как бы нечего смотреть. То есть вы уже вы возвращаете первое, да, что нашли. Другое задание. Нет, точнее, это задание. Молоко или кефир. Приходите, молоко есть? Нет. Кефир есть? Все, взяли его. То есть возвращаете то, что есть. Если нет ничего, то вы возвращаете то, что нет кефира. Ну, как бы нет кефира. Последнее. То есть доходите до последнего. Потому что как бы, вы занимаетесь проверкой. Если молоко есть, нету. Или кефир. Ага, все, как бы кефир. Кефира нет, вы говорите, кефира нет. Молоко и кефир. Да, теперь второй случай. И. Ага. Вы говорите, приди в магазин, купи молоко и кефир. Вы приходите, так, молоко есть. Чик, взяли. Все, а теперь и кефир. Смотрите, кефир есть, все, берете кефир и возвращаете последний. Ну, так, такое условие, как бы я вот тут вам пример из реальной жизни немного ломается. У меня другие примеры. У меня, допустим, я хочу из Владивостока доехать там куда-нибудь в Новосибирск. Давай. Если есть поезда до Москвы или хотя бы там куда-нибудь, тогда я точно попаду. Ага. Вот так можно тоже... Да, получается, он будет показывать последнее, правильно? Если молоко и кефир есть, он будет показывать кефир, как условно скажем. Да, да. Окей. А если нету, если нет первого, ко второму мы уже не пойдем. А если первого есть, второго нету, то тоже получается как бы невыполнена функция, да? Мы типа первый оставляем и уходим? Не-не-не, все, вычитывайте вы. Тогда получается, если нужно, молоко есть, первое, а кефира и нету, значит... Ты как будто по программе ты ничего не получил. Подожди, только объясни, какой оператор ты используешь для сравнения. О каком операторе ты говоришь? Вы мне сейчас говорите? Да, да, да. Он говорит о И. И, да, И. Значит, если первое есть, а второго нету, получается, оператор, как бы функция не выполнена, правильно же? Почему? Он возвращает последний, false. Он тебе возвращает последний, тот, которого нет. Да. И получается будет выдавать, как бы, ну я понял, окей. Угу. Вообще логично, то есть если мне мама сказала купить молоко и кефир в одном магазине, да? Да. Я прихожу, спрашиваю, молоко есть? Нет. Я разворачиваюсь и ухожу, правильно? Потому да, что я понимаю, что в этом магазине мне не получится купить. И да, и ты возвращаешься и говорит, и ты говоришь, возвращаешься и говорит, молока не было. Да. Надо было молоко и кефир купить. Да, 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 да. Хорошо, тогда обратно. Если, например, есть молоко, доходишь до кефира. Да, да, да. Смотри. Да, кефира нету. То есть кефира нету, я ставлю молоко и ухожу, правильно? Да, да. Или стоит. А если задача и, то нужно идти в другой магазин, где и то, и другое. В случае с и, если одного из них нет, оно вернет тебе последний то, чего нет. Да, вот, докуда ты дошла в проверках? В случае с И должно быть два значения 100%. В случае с И тогда это будет завершено, правильно? Да, и он вернет последний И, вернет последний, да, последний положительный, либо последний отрицательный. Почему, если у нас 4 И выпрыгивает с первым самым, а И с последним самым? И выпрыгивает на первом попавшемся фолсе, да, и возвращает его. Либо на последнем тру. А вы просто... Можно вопрос? Да. Это как вот в примере, который мы видим сейчас на экране. У нас в первом и есть и единица, и двойка. Он возвращает двойку. Если в обратном порядке... Двойка и единица. Он будет все равно возвращать двойку, потому что она что? Не-не-не, подожди. Давай упростим вот так. Смотри, оба, значит, это молоко есть и кефир есть. Все, я возвращаю двойку.
как бы последний найденный. Так? Смотри, ты хотела по-другому? Допустим, я двое. Хотела поменять их местами. Пожалуйста. Молоко есть и кефир есть. Возвращаю кефир. Последний. Да. Это значит, и выпрыгнуло с крайним положительно. Да. Либо последний true, либо первый false. Да. Ну, вы должны это почувствовать. Может быть, и последний false. Вы должны это почувствовать, вот, да. Пожалуйста, почувствуйте и напишите себе вот так с единичками, с двойками. Потом попробуйте написать конструкцию типа вот такую. Да. Вот такую, да, то есть чего-то. Попробуйте вот такое прочитать. Да, то есть что-нибудь из хитрого, да, ну вот такого. То есть попробуйте такие штуки прочитать, попробуйте поставить им скобочки где-нибудь, как-нибудь, да, вот как-то так, например. Попробуйте, вот просто сами ставите, делаете, сначала читаете и говорите, будет там... вот столько-то. Будет, допустим, там ноль. Ну или там, что там будет? Там, единица. Да, например, вы говорите, будет единица. А потом запускаете, и он говорит, о, единица, значит, правильно посчитал. Я не специально, честно. Я просто думаю, ничего себе, профессионально. Это чистое совпадение. Я соберусь сейчас. Это чистое совпадение. Давайте посчитаем. Ну, давай посчитаем. Да, давай посчитаем. Сразу false, мне кажется. Скобки, смотри, вот это false, это на самом деле true. Стринги, вижу стринги. Это такая подловочка. Слышится как стринги, прям. Да. Высчитайте. Да. Высчитайте, посчитайте. Ну, давайте посчитаем, подумаем. То есть у нас тут есть... Вот первые будут скобки, в любом случае. Внутри скобок будет сначала вот эта часть обрабатываться. Значит, пустая строка — это false, а полная строка — это true. Поэтому мы... Будет false. Да, здесь будет false. Да, то есть вот победило вот это. Чик, я сразу... Да. Дальше тут это или это. Ну, точнее, давайте так, слева направо. Q или 9? Q. Ой. Последний 9. Q. Так, давайте. Давайте так и решим. Последний 9. Первая. Первая Q. Давайте. Q. Это же или. Q. А, U. Все, решили, да. Ладно. Ну, реально, оставьте. Из них true будет первая true, Q. Первая. Смотрите, вот тут... Да, то есть последняя false, то есть мы до него не доходим. Вот, остается Q. Да, то есть скобки убираем. Дальше. Идем или, точнее, и. 2 и 1. 1. Хорошо. Следующее. Q или 0. 0. Уже не важно, потому что у нас... 0 это строка. 0. Не важно там. 0. Почему? Потому что последний стоит, может, не смотреть, но все равно выпрыгнет единичка. Оба true и последняя true возвращает. Ну да, но все равно. То как бы если это и... Ноль же это строка. Да, ноль это строка, да, все правильно. Ну, как бы мы все равно остаемся на ней. Ну и здесь вот один это true. Потому что он Можно вернуть и сейчас ран пустить? А, вы уже ран нажали. Да. Значит, можно вопрос не по теме? Сейчас, подожди. Значит, что нужно сделать? Вы себе пишете всякие такие конструкции, потом делаете предположение и запускаете. И смотрите, угадали вы или нет. Ну, точнее, не то чтобы угадали, а правильно ли вы рассчитали или нет. До тех пор, пока вы будете это показывать безошибочно. Да. На собеседовании есть такие вопросы.
но не на QA-щиков, а больше на разработчиков. Но даже и на QA это очень полезно знать, на QA Automation. Потому что кто знает, что вам попадется. Угу. Прекрасно. Это здорово. Да. Так. Теперь можно вопросы и не по теме. Начну с того, что как бы особо не могу похвастаться с уровнем владения английского. Как бы с опыта, так скажем, насколько должен быть высокий уровень? Должен. Конечно, тяжело, конечно, будет ответить на этот вопрос, наверное. Чем лучше, тем как бы чем выше, тем лучше. А как бы бывали ли на практике такие случаи, когда человек не особо, так скажем, хорошо владел английским, но при этом получал офферы? Да, я даже знаю этого человека очень хорошо. Отлично. А можно в дополнение, а с QA или с мануалом можно работать через интернет, например, с другими странами, с компаниями и другими? Навряд ли. Навряд ли. Это офисная, да, более? Ну, нет, смотри. Ты можешь, если находясь где-то в Европе, работать напрямую, быть трудоустроенным напрямую в американскую компанию, не получится без разрешения на работу. Через вендора, да, так можно. Так можно. Нет, я живу в Америке, я просто хотел бы работать в России или там, в Турции, в Индии. Ну, вот. Зачем? Ну, почему бы нет? Ну, такая возможность есть из дома работать. Это не обязательно офисная профессия. Зачем тебе работать? Зачем, имея американское... У тебя есть разрешение на работу, там, гринка или что такое? Ну, зачем? Ну, сам, соотнос... ну нет, ну давайте будем в теме программирования. Вопрос стоял не в том, зачем, а вопрос, хорошо. Можно ли или нет. Можно, ну, можно, ну можно, да, можно. Но я тебе сразу говорю, не нужно. Если у тебя есть разрешение на работу в Америке, работай здесь. Ты получишь как бы топ из зарплаты и лучшего отношения. Еще вопрос конкуренции, может быть, она в других странах слабее. Поверь, там такое творится, что нет. Я думаю, сейчас на американском рынке самые лучшие условия для работы, потому что внешних не пускают, новых просто так вот так не сделать. Поэтому сейчас на американском рынке самые лучшие условия. Так если вернуться к вопросу о знании языка, школьный уровень английского языка, это реально вообще или нереально? Нет, я скажу так, что все я не учил в школе английский язык. Я точно знаю, что школьная программа не обрабатывает разговорный английский язык. Ты можешь быть экспертом в грамматике и так дальше, но от тебя требуется разговорный английский язык, а не правильно поставить формы, буквы и так дальше. Я говорю так, как я говорю. Меня понимают? Хорошо. Меня берут на работу? Хорошо. Если вдруг я где-то сказал что-то неправильно, никто не пнет. Я много раз говорил неправильно и говорю сейчас тоже, не особо переживая о том, что где-то. Я передаю свою мысль. Если меня понимают, хорошо. Если меня не понимают, я пытаюсь это сказать по-другому. Акцент никуда не уйдет. Свою мысль донести, да, мысли главное. Да, донесите мысль. Или можно просто нарисовать. Станцевать. Не про саму коудинг, а именно про общение с сотрудниками, да? С общением с рекрутерами, собеседование, да. То есть до того момента, когда вы начнете общаться с сотрудниками, пройдет время общения как бы вашего отбора. Мне кажется, английский легче подтянуть, чем программирование, там, 2 месяца. Ну, не знаю, спорный вопрос. Главная практика. А вот если работать, например, из дома, из домашнего компьютера, то обязательно общение должно быть все равно через Zoom будет? Или можно текстовыми форматом ограничиться, описывая проблему? И каждый день митинги по полчаса, по-любому придется общаться. А то и больше, да. Сидеть без лика навряд ли. То есть вам придется и говорить, и слушать. Если у вас сейчас вопрос о том, что делать с английским языком, я вам дам самое простое, самое работающее решение, которое я проверил на себе. Я его сам придумал, но это не естественно, это не что-то новое. Расскажу вам просто, как я делал. Когда я готовился к собеседованию на английском языке, я понимал слова,
я их знал, вот когда я их вижу, они написаны, я их понимал. И даже смысл понимал. Но я их не понимал, когда я их слышал. Простой вам совет. Вы начинаете смотреть YouTube, любые обучающие материалы, где говорят американцы на английском языке, где говорят индусы на индусско-английском языке. С субтитрами, да, то есть включайте субтитры. И слушайте и смотрите на слова. И старайтесь в начале первую неделю-две вы будете просто сидеть как баклажан. А потом вы будете слышать одни и те же слова, потому что во всех обучающих материалах вы будете слышать один и тот же набор слов. Можете без субтитров. Да, это как точно. Нравится. Я бы хотел еще добавить, что для начала лучше начинать не native speakers слушать, которые по-английски говорят. Сказали индусов, русских, любых. Потому что они более простые формы используют. Они нет, реже не используют. Надо. Нет, нет, серьезно. Есть очень классная девочка, которая про код рассказывает. Очень интересно. Она рассказывает про QA, про мануал, про все. И она использует очень простые предложения. Все, кто не на этих, они проще. Использовать предложения, их проще понять. Да, да, вот вообще. И я с тобой согласен, потому что у меня на работе бывает такая ситуация, что форум приходит, мне говорит, его вообще не понимаю. И он звал латиноамериканца, говорил ему, а этот латиноамериканец говорил мне. И я этого латиноамериканца понимаю. Самое интересное. Да, и есть такое. Кто-то латиноамериканец говорит этому Формину, что он не знает русского, а он говорит, он почему-то тебя говорит, понимает, а меня нет. Это из-за того, что они юзают как бы разные слова и как бы разные культуры как бы речи, поэтому. Да, 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 да. Да, вы можете начать просто смотреть любые фильмы и сериалы на английском языке. Тоже верно. Тоже верно. Но когда вы будете смотреть материалы еще обучающие, это будет вам полезно, потому что вы будете еще слышать, во-первых, ограниченный набор фраз, во-вторых, вы будете видеть на экране, что он делает. Они все делают очень просто. И набор фраз и предложений ограничен. Вы будете вот эти одни и те же вещи повторять. Button, input, click, drag and drop и так дальше. То есть все инпуты и другие очень ограниченные терминологические обороты. Либо сериальчики смешные с субтитрами, либо обучающий материал, но на английском языке. Просто так ностальгировать о школьных годах не надо. Все, ребят, на этом точно все. Готовьтесь, мы с вами увидимся совсем скоро, через пару дней. Готовьте вопросы, проходите методичку на локал-кодинге. Если будут сложности, приносите эти вопросы на следующий урок. Вначале мы все разберем. Всем пока. Спасибо огромное, до свидания. Давай, да. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Пока. Прошел еще один урок. Очень много интересных вопросов. Я вижу, что люди уже загораются, что уже интерес есть. Начинают думать. Говорят, что в начале урока такая была фраза, что голова кипит. Ну, это не голова кипит, это просто вы начинаете думать, соображать новые нейронные связи. Мыслительный процесс, профилактика всяких интересных заболеваний. Поэтому думайте. Создавайте себе интересные задачи, особенно вот эти алгоритмические задачи, классно решать. Ну и приглашаю всех на обучающие наши программы, на наши курсы, чтобы делать из вас новых профессионалов, чтобы вы развивались как айтишники. Это очень интересно, прибыльно. Будете иметь новую специальность, будете видеть перед собой новые возможности. Всем пока!